Нефтекамская семья Линдеевых Евгения Сергеевича и Ирины Михайловны получила поощрительный приз в номинации «Доброе сердце». Линдеевы воспитывают 5 детей. Все они попали в приемную семью при разных обстоятельствах и в разное время. Но это ничуть не смущает многодетных родителей. Кровная дочь уже выросла и обзавелась собственной семьей. Евгений Сергеевич и Ирина Михайловна сумели создать благоприятную и доброжелательную обстановку в семье и принимают активное участие во всех городских мероприятиях.